наша жизнь продолжалась под гвардейским полюсным законом. С каким вот чувством приходится на митинг 15 февраля? С чувством того, что я выжил в этой жизни, мне повезло. И отдать честь и память, достоинство тем, которых я, ребят своих, потерял в той войне, которая нас отправила. Вот, заслуженно теперь я прихожу и отдаю честь им, которые не вернулись с той войны, с которой мне судьба сделала, что я вернулся. Вот. Представьте, пожалуйста. Вот. Это Володя. Танкист. Он охранял заставу на танке. Участвовал в боевых действиях. Тоже афганец. То есть у нас судьба сложилась так, что вот мы и там вместе были, и теперь вот встречаемся, мы выжили в этой войне. Вот товарищ то же самое, тоже в Афгане был, тоже выжили с этой самой ситуации. Вот. Поэтому у нас одна память — отдать свой долг перед ребятами, которые не вернулись. Так оно получается разные чувства. Разные чувства. С чувством воспоминания своей молодости. Активной жизненной позиции в то время. Мы оставили идеалы Родины, которые я послал туда. У нас был какой-то долг. Хорошие молодые были. Я был командиром роты. А молодые солдаты очень были такие преданные в наше время. Они защищать, заслужили жизни. Все тяготы решения приносили достойно. Хорошая была молодежь. Скажите, где вы служили, в каких годах? Я в начале 81-83 год. Только начало афганской кампании было. Я еще не понимали, мало кто считал, что противник, писали в кавычках еще. Кое-что там информации не было такой достоверной. А потом, когда стали уже гибнуть, стали, ну, там, сами понимаете. После полтора года назад умер. Угу. Он ветераном был? Да. Где он воевал, расскажите? Он в 40-й армии возбудил. В 40-й армии был. А которая где участвовала? Тоже в Афганистане? Конечно, конечно. Скажите, каким чувством вы приходите вот на митинг памяти? Вы знаете, даже чувством долг, да, памяти. Дух памяти вот перед погибшим. У меня брат еще воевал срочной службы, он в Гордезе воевал. Уже памяти, не памяти. Вы всегда приходили вот на митинг? Да, всегда я. Год. Вначале муж всего приходил, и я приходила с мужем. Каждый год приходил. Не плачьте, мама, сын ваш горе, как все сыны. Был застрахован лишь от боли былой войны. Сказал отец, хотел ты в космос открыть дверь. Одели в цинковый скафандр тебя теперь.